поступление новых материалов. Это у нас ПВХ-пленка 2 мм. 2-миллиметровая пленка. 2 мм. Пленка европейская. Это европейский производитель. Мы первый раз его привезли вообще в наш регион. Добрый день. Небольшое видео по материалам, какими мы работаем в нашем ПВХ-цехе. Ну, это вот у нас разные ткани, газодержащие ПВХ, разные расцветки, какие мы используем в работе тут. И пиксель, все возможные ткани есть. И по пленкам хотелось бы остановиться. Вот разные пленки в наличии. В том числе есть и пленки редкие, скажем так, каких ни у кого нету или не используют в работе. В том числе вот полиуретановая, черная полностью пленка. Вот одна пленка интересная. ПВХ, черная пленка, 2-миллиметровая. Вот. Это полиуретан у нас. И вот привезли мы, только что поступила к нам пленка. ПВХ, 2-миллиметровая пленка. Она не полосками, она широкая. Она у нас есть разные нарезки. Это европейский производитель пленки. Очень качественная пленка. Мы сейчас будем использовать ее в работе. Можно заказать как полностью бронирование ПВХ-лодку этой пленкой, так и какие-то особо нагруженные части лодки забронировать именно усиленно этой пленкой. Допустим, можно там водовод, тоннель забронировать, углы. И также нижнюю часть баллонов, так называемые лыжи, тоже можно ей забронировать. Поэтому она поступила к нам уже в сервисный центр. Начинаем ей работать. Хотелось бы остановиться и заакцентировать внимание, что это не полоски пленки, какими работают некоторые сервисы, бронируя лодки. А это именно широкое полотно. Можно бронировать полностью и лодку. В отличие от полосок, это будет намного крепче, не будет никаких стыков, нахлестов, не будет там дополнительных задиров. Пленка поступила у нас в разном размере такая. Поэтому при заказе можно оговаривать, усилить какие-то элементы. Или вообще можно сейчас заказать уже полностью бронирование такой пленкой. Ну, это вот такая же ПВХ-пленка, только как раз это вот полосы так называемые, да, вот она тоже 2-миллиметровая, черная. Ей мы тоже усиливаем некоторые места на лодках. Несколько новых у нас решений сейчас появилось. Скоро, наверное, снимем видео, расскажем. И вот все эти материалы мы используем как раз в нашей работе. Разные проекты, разные лодки. Вот 470-й суперджет. Бронирование производится. Пиксель. Это у нас 470-я стрела. Тоннель. Тоннель делается. Пока еще первоначальный этап изготовления тоннеля. Еще не защищен ничего. Вот выдра была на ремонте. Тут много что делали. Косынки наклеили, транец усилили. По швам по всем прошлись. После того, как восстановили швы, полностью лодку забронировали. Также забронировали кокпит. Эту часть, так как здесь будет натягиваться перегородочка такая, и передняя часть будет для вещей.
Здесь у нас тоже Solar 470 Superjet. Первый этап изготовления тоннелей и водоводной пластины. Разборка пока лодки идет. Полностью все снимаются вот профильные ленты. Много что разбирается, потом начинаем изготавливать. Вот это заготовка тоннеля. Вот здесь проектик интересный. Очередная бешеная табуретка, как мы их называем. Маленькая 380-я лодка. Джет. Установили фальшборта, забронировали носовой тент. Такой боевой комплект эгоиста. Транец установлен. Лодка под водомет. Это очень интересная такая. Небольшая. Для рыбалочки. Для легкой рыбалки. Легкая лодка. Здесь у нас тоже все в процессе. 520-й. Это стрела. 470-я стрела. Тоже на тоннеле. Это выдра на ремонте. Solar 420-й на тоннеле, на бронировке. Сезон. Ну а там у нас сборка комплектов, как обычно, идет. Разная стадия готовности. Вот лодочка забронирована черным полиуретаном. Так вот выглядит красиво Solar. Полностью бронированный черной пленкой. Вот по поводу бронирования и ремонта лодок. Много вопросов. Как происходит этот процесс? Получается, что сначала поверхность вот эта обезжиривается, затем наносится клей. Так, продолжу. Значит, получается, вот клей намазан, и он уже высох полностью. Вот видите, он даже не липнет. В этой части он высох полностью. И на этих профилях он полностью высох тоже. Видите, не липнет. После того, как клей высох, обе части нагреваются феном до температуры примерно где-то 50-60 градусов. Все это прикладывается одно к другому поверхность и очень сильно прикатывается. Прикатывается, и в том числе можно вот еще таким инструментом. Так, вот получается привальник уже прикатан. Максимальным усилием при работе прикатывается. Одновременно подается теплый воздух. Угу. Ну вот все, все прикатано. Все теплое, рука терпит. Так вот это изготавливается. Полностью все очень плотно прикатано. Все повторяет рельеф лодки. Потом лишнее обрезается. Так, по клею. Клей желательно разводить термостабилизатором, так называемым, дисмодур. Вот он разводится из пропорции 5% дисмодура на 95 частей клея. Тогда этот клей, он один раз его прикатали, застыл. И больше ни при какой температуре уже деталь не отстанет. Если же использовать клей без термостабилизатора, то нагрев ее как следует, можно будет деталь отделить. Вот часто бывает, что на жаре что-то у кого-то там отклеивается. Это как раз
тот момент, когда использовался клей без термостабилизатора. Имейте в виду. Также вот бывают вопросы еще задают, как ремонтировать лодку, если она забронирована в походе. А так ее и ремонтировать. Если есть порыв, обязательно сначала обезжиривается ацетоном, также потом наносится клей с двух сторон и ставится заплатка. Если порыв большой, то заплатка делается с двух сторон, изнутри лодки и снаружи. И поэтому бронирование будет выдерживать заплатку, все нормально. Потом дома спокойно, уже не на природе, там в экстремальных условиях, а или дома, или привезете к нам, и мы уже наложим аккуратную косметическую заплатку, все это отремонтируем. Вот сейчас как раз прикладывается деталь бронирования. Сейчас она будет еще подогреваться и будет прикатываться. При заклейке заплаток технология такая же, работы с клеем. Обезжириваем, намазываем клей, высыхает, подогреваем и плотно-плотно прижимаем, прикатываем. В походных условиях выкатываем тем, что есть. Ложка-вилка, ключ гаечный. Подогреть в походных условиях можно там вплоть до того, что кружкой с чаем или какой-то горелочкой. Если же собираетесь в дальний поход, то, конечно, надо отнестись ответственно к сбору лодочной аптечки, чтобы там все было, и тогда никакая оплошность вас не застанет врасплох. То есть обязательно должен быть ацетон для обезжиривания, клей разного типа заплатки, ПВХ ткани, чистая тряпочка для работы там по обезжириванию, по протирке. Можно какой-то взять ролик для прикатывания или кость для проглаживания клеевых слоев. Ну, вот это минимум, что должно быть в аптечке. Так, и возвращаясь к ремонту ПВХ лодок и к аптечкам. Вот есть такие профессиональные аптечки. Мощная аптечка экспедиционная, в которой сразу есть все. Есть кисточки, обезжириватель, клей, клапана, ткани, вот, шило, нитки. И даже есть баллоны, которые в случае очень больших порывов можно вставить внутрь лодки, накачать и дойти до дома. Также ткани различные есть. Вот такая вот мощная экспедиционная аптечка. Кроме того, можно самим собрать аптечку, как я и говорил. Для этого купить в магазине ацетона бутылку, купить клея. Вот у нас есть клеи, разная фасовка. Можем налить в любую вашу тару. Купить как его, как он тут, отвердитель, тут написано. Термостабилизатор, полимеризатор, кто как называет их, можно вот купить его, он продается тоже у нас в разной фасовке, мы вот в шприцы его закачиваем, покупаем его и набираем разных заплаток. Заплатки у нас вот, тут есть такой волшебный ящичек, заплатки у нас бесплатные, можете прийти набрать, какая у вас лодка, также есть тут куски пленки, различные ткани разных цветов. Вот кисточку, наверное, надо взять, ткани надо взять с собой, клапан можно, если у вас нету в лодке, собрать в аптечку, и тогда можно смело в какие-то дальние экспедиции. Кроме того, каждую забронированную лодку мы в сумку в лодке ложим образцы пленки. Для того, чтобы заказчик знал, какой пленкой мы забронировали,
толщина, свойства ее. Ну и может где-то она пригодится там для какого-то ремонта. Поэтому те, кто бронировали у нас, у них уже есть пленочка. Там пара кусочков мы обычно ложим. Вот так вот. Может, конечно, что-то я забыл в аптечку, но основные составляющие я перечислил. Поэтому собирайтесь. Тут еще есть такое правило, что когда ты подготовлен, и когда у тебя все есть в лодке под рукой, то как раз этого и не происходит. Стоит лишь забыть клей или ткань дома, вы обязательно пропорите лодку. Такой вот закон плавающего бутерброда. Имейте в виду и хорошо готовьтесь к экспедициям, да и вообще к рыбалкам. Вот здесь, кстати, мы выставили новую лодку с фальшбортами. У нас здесь стояла без фальшбортов, сейчас поставили с фальшбортами. 520-й суперджет широкий. Приходите посмотреть. Также